Кино на ТВ Рус. Здорово, невеста! А ты откуда в такую рань, лапуля моя? Я тебе не лапуля, не невеста. Никогда ей не буду. Сколько раз повторять? Слушай, ну подожди ты. Все равно моей будешь. Куда ты денешься? Приезжий. Да? У меня тут дом стоит. Так вы, значит, местный. Я здесь был последний раз, когда мне 8 лет было. Вульф, ты чего? А ну-ка пойдем. Ничего себе. Здравствуйте. Добрый день. А я вас видел сегодня в лесу с волком. Испугались? Испугался. За вас. Видела я, как он на тебя таращится. В общем, чтобы я этого парня рядом с тобой больше не видела. И что это за клоун? Так он это, он жить здесь собирается. Ты вот что, чтоб я про этого клоуна все знал. Ты куда, Вульф? Живой. Вульф, охраняй. Как же его отделали, да? Бабушка, он не помрет. И не таких выхаживала. Вы необыкновенная. Здорово, принцесса. Слышишь, ты? Я ведь смотреть не буду, как ты перед другим хвостом машешь. Не мне, значит, никому. Ада Роговцева и Татьяна Полосина в фильме «Серебристый звон ручья». Воскресенье на ТВ Рус.